Всем привет! Я опять снимаю видео с хомячками. И это я, Актёнь Дип. Ставьте лайки или же дизлайки. Делайте комментарии хоть какие-то. И подписывайтесь хоть кто-то из вас на мой канал. И мы начинаем. Вот. Это хомячок Лёлик. Вот Лёлечек, звездочка. Ах, Лёлик. Лёлик. Представляете, сегодня за такое маленькое время он выпил почти всю поилку. Правда, я наполнила теперь и не сняла, но он ее выпил. И, кстати, он смотрит на камеру. Уйди. Так, вот, сегодня мы посмотрим, что делает наш Лёлик. А он ничего не делает. Только тоже ходит. Вот, звёздочку. Вот, от КВ-компании, это клетка. Вот от КВ-компании, это клетка. Вот он пошёл. Кушать. Видишь, я тут снимаю. Это не мыши, это хомяки. И опять ты в третий раз попал в кадр. А давайте посмотрим, где наш Соня. Соня пришел, вот он Лёлик. А где же Соня? А, он спит. Спит крепким сном. Вот чудо моё. Девочка моя. Вот, а вот Лёлик, вот он уже кушать начал. Думает, а что это тут происходит? Что это тут за большая штучка? А он кушает. И вот, кстати, Марсик. Сейчас уменьшу. Вот наш Марсик, Марсюша. Вот наш песик. Сейчас я покажу длину нашей собачки. Марсик, стой, Марсик. Вот он. Вот она, это наша сосиска, вот какая она. Вот сейчас я даже положу мою ногу. И начну. И покажу, какой он у нас длины. Да, Марсик. Ну, садисты. Ложись, вот. И он у нас такой вот длинный. Да тихо ты. Ты тихо. Вот он у нас целую ногу. И так что он любит это делать. И, кстати, он трёт мою ногу своей пипочкой. То и делает секс. Собака педофилист. Все. И я очередь. Хотя ладно, не буду. И кстати, я уже кое-что другое сейчас сниму. Вот я рекламирую вот этот вот корм. Любимчик. Для попугаев. Наша Роза
корм, значит, и все остальные попугаи, наверное, любят. Мы рекламируем. То есть я. Вот. И также советую вам посмотреть вот этот вот фильм. Зверобой. Вот, и еще зверобой. Тут кур. Вот, советую всем посмотреть. Вот. Соня выпила вот столько за такое время водички. Сейчас Альфелик начал из своих щек вытаскивать. Тут офигеть. Вот он. Вот он выпихивает из своих щечек. Вот он выпихивает из своих щечек. Ух ты, боже мой, сколько у него там за щечками еды. И кто спрашивает, кто это его так кормил, то это скажу и я. Я кормила. Ну захотелось есть. Это я его так кормила, и он у меня вырос такой вот. И он до сих пор ест. И вот уже прикинул мисочку. А Соня до сих пор вот тут, вот там, вот под колесиком спит. Сейчас я постараюсь впихнуть планшет вот в дверь. Вот. Теперь всем видно, где Лёлик и что он делает. Сейчас мы посмотрим длину и толщину моего хомячка. Вот, он у меня вот так вот. Вот, сделал ладошку. Ладошку. Пухлый. Вот она, наша собачка. А вот сейчас вот теперь. Вот теперь-то вот. Сейчас сниму. Вот. Это наша Роза. Вот она. Мы покупали мальчика. Оказалось, что это девочка нам собрали. И, кстати, вот у нас есть такое новое колесико для хомячков. Третье. Скручу. Вот оно с такой скоростью крутится. Вот. Вот. Роза наша, Роза. Роза. Мимоза, мимоза, роза.
лайки или же дизлайки. Я и дизлайков не против. Ну, и до новых видео. Пока. Пожалуй, под конец. Вот, вот, вот мой лёлик на втором этаже. Вот, вот. Я ему сам палец сейчас засуну. Он его сейчас мне укусит.